Всем привет! Сегодня мы идем на гору Кушкая, Птичья гора или гора Сокол. Это такая доминирующая вершина над урочищем Батилиман, над Ласпи. Вот такая тропа идет, ведет туда. Вот мы сейчас идем по этой тропе, сейчас покажу. Вот такая тропа среди леса крымского. Идти, машину мы оставили метров 200 назад, идти 2 километра 700 метров где-то на вершину. Вершина 664 метра над уровнем моря. О, как кто-то кричит. Начинаются красоты. Вот эта гора Ильяская, двойная вершина, вот она. Ну, море виднеется. Красота. Идем вверх. Начался подъем. Ну, еще не очень крутой. Дальше будет круче. Вот поваленное дерево, а здесь несколько деревьев прямо на тропе лежит. Такой себе бег с препятствиями. Показывает мой телефон, осталось 980 метров до вершины. То есть, ну, километр. Это значит, что начинается подъем. И последний километр будет непрерывный подъем. Подъем крутой. То есть, реально крутой. Нет, бывают, конечно, гораздо круче подъемы. Но если учесть, что на этот подъем идти километр, это нелегко достаточно, я бы сказал. Он не становится более пологим. Вот там виднеется. Он также крут. Вот туда сейчас залезем, немножечко передохнем. Ну, я хочу сказать, что подъем настолько крутой, что даже вот идешь и боишься соскользнуть ноги, чтобы нога не поехала. А мы продолжаем идти наверх. Скажу честно, последний этот километр дается тяжело. Постоянно вот такой крутой подъем. Он тяжел в физическом плане, то есть идти по нему не надо никакого альпинистского снаряжения, веревок и прочее, но просто это постоянный подъем наверх на протяжении километра, поэтому это нелегко. Поэтому если будете идти на Кушкая, рассчитывайте свои силы. Нам осталось до вершины, не знаю, давно не смотрел, метров 300, наверное. Так, ну что, мне кажется, что мы вышли на плато. Да, подъем, наш нелегкий подъем закончился. Вот, все, мы вышли на плато. Такая вот лужа здесь. Здесь, я думаю, кабанчики приходят на водопой. Облака прямо плывут. Плывут над лесом. Вот они. Вот она, гора Кушкая. Ничего не видно. Все затянуто облаками. Высота 664 метра над уровнем моря. То есть море внизу там.
более чем в полукилометре. Ну, мы подождем. Может быть, сейчас облака разойдутся. Все затянуто облаками. Вот они огибают гору. Снизу поднимаются и огибают гору. Надо же, как все затянуло. Ну что, ждали мы час, перекусили, прождали целый час, но облака не разошлись. Жаль. Жаль, конечно. Вот где-то там бухта Ласпи, где-то вот там над ней Ильяская, вот там Черное море. Отсюда будет видна даже гора Ай-Петри где-то вот там. Вот там Чернореченское водохранилище будет видно. Но, к сожалению. А утром была замечательная погода. Ну что ж. Так бывает. Поднялись на вершину, а здесь облака. Такой себе край земли. Просвет появился в облаках. Вот. Ну, конечно, мало мы увидели. Вот видны облачка там, видно море, и все. И опять пошло облако. Вот тут маленький просвет появляется. Ну вот, немножко прояснилось. Облака идут, но рассвет, вот так они поднимаются снизу. Вот, видно, красота. Прямо вот это гора Ильяская, а вот это бухта Ласпи внизу, вот она. Вот это мыс Сарыч. Вот облако поднимается опять. И закрывает. Вот. Пошли облака. Они обволакивают. Поднимаются снизу и обволакивают вершину Кушкая. Закрывая все пеленой. Все затянуло.